Значит, 17-18 сентября у нас состоялся долгожданный матч Москва-Санкт-Петербург, который был прерван на некоторое количество лет. И вот благодаря инициативе Российской шахматной федерации, которая оказала спонсорскую помощь в этом матче, наша команда, наша сборная Москвы поехала в Санкт-Петербург встретиться с сильнейшими спортсменами Санкт-Петербурга. Формат соревнования был следующим. 10 человек сборной Москвы, мужчины, и 10 человек Санкт-Петербурга. В этот раз играли без женщин, детей, но зато мы выяснили, кто на данный момент является сильнейшим, какой город является сильнейшим городом планеты, наверное. Потому что другие города как бы совсем не могут равняться с Москвой и Санкт-Петербургом. Значит, очень приятно было то, что практически все наши ведущие шахматисты выразили желание играть за команду. И команда поехала в Петербург в таком составе. Морозевич, Непомнящий, Яковенко, Дреев, Малахов, Инаркиев, Рязанцев, Грачев, Звягинцев и Найер. Отсутствовал только Александр Грищук, который в этот момент по уважительной причине отсутствовал, так как в этот момент играл финальный матч в Кубке мира с Петром Свидлером. Так что можно сказать, что вот два еще ведущих шахматиста Москвы и Питера выясняли отношения, но немножко в другом месте. Значит, матч был очень хорошо организован. Играли в Петербурге в центральном клубе Чегорина. Непросто складывался матч. Первый, значит, встреча проходила из двухраундовый поединок у нас был. 10 пар.